Дорогие друзья, меня зовут Света, и сегодня я снова тестирую товары из светофора. Тушенки мы с вами дешевые пробовали. Сегодня давайте что-нибудь другое. Как насчет рыбной консервы? Лосось. Недорогой лосось. Стоит он примерно 68-69 рублей за такую баночку. И на банке написано, что внутри кусочки лососевых рыб произвольной формы и размера. Что же такое? Лосось из светофора открываем. Вот такое вот месиво вместе с костями. Всякие обрезки. Не самые лучшие, конечно же. Ну, мы, собственно, не ожидали с вами супер-пупер кусков. Ну, какой-то большой кусок. Извините, что руками. Вилку марать неохота. Ну, в общем, какие-то такие с жирком кусочки. Бульончик такой масляный не очень выглядит. Ну, это можно кошкам отдать. Пробуем.